Всем привет, с вами Дизики, это новый летсплей в игре Майнкрафт. В прошлой серии я пытался найти это, как его, ну, портал мира эндерменов, или как там, крепость эта подземная. Вот, и, соответственно, я ее нашел. Да, вот, за этой стенкой уже где-то что-то близко. Хотя, почему близко? Вон, она уже тут. Я слышу зомби, которые почему-то стучатся в двери, где они вообще их тут нашли. Вот, но вопрос только один у меня. Оуч. Нет, уже нет вопросов. Да, нет, есть вопрос. На, паршивый зомби. Нет, меч, берись. Блин, перелетаю все время. А, вот нормально. Ну все, все вам пипец. Так, о, библиотека. Как-то она странно зареспаунилась. На самом деле, я вообще никогда не находил эти крепости. Так, там скелет, тут дверь зачем-то деревянная. Оуч, еще и крипер. Ну как же без тебя, да? Вся компашка в сборе. Ну, давай, взрывайся нахер. Молодец. Каменная кладка бесплатная. Так, а вот точно. Что-то это как-то думал. Как-то мышка, но не так это. А у меня, оказывается, блин, резкость стоит. Не на то, в общем. Ну тут, походу, ничего так-то и нету. Ну да, это, похоже, простая пещера какая-то. Дверь. Тут у нас что? Так, блин, да залезай ты. Так, ну, как всегда, скелет. Или еще какая-нибудь хрень. Да. Хорошо то, что факелов дофига. Собственно, это одно и то же сейчас. Так, кнопочка. Блин, ну ладно, тупо сломаем ее. Так, хотя не знаю, зачем она, но... О, сундучок. Оуч, железное. У меня все железное, так что мне это не нужно. Так, деревянное... Ой, ё-моё. Вот за что я не люблю шейдеры, видите, там баг с освещением. Как бы там факел стоит, но как бы освещения и нету. А если я поставлю, вот только он сейчас появится. Хотя бывают и моменты напротив, когда оно багается в хорошую сторону, когда там все светло. Оуч, еще один сундук, даже какой-то фонтанчик. Юху! Три алмаза, это просто круто. Три алмаза. Блин, если было бы там 4 алмаза, было бы круче, но... Ну, как-то с 4 мне не повезло, это... А, ну да, то есть, получается, я сюда же приду. Так, решетки везде какие-то, решетки. Тут у нас ничего нету. Ну, ладно, идем тогда направо. Тут у нас сундук был. И... Оуч. Да, будет не очень хорошо, если я тогда упаду. Так. Блок. Камень. Камень, спасай меня. Камень, настало твое время. Так. Оуч. Блин, как-то тут оно все разворошено, что ли. Как-то разворошили тут какие-то прям... Напоминает постсоветское пространство. Конкретно все... Оуч. Ну, как-то... Как-то оно странно произошло это. Так, ну давай, как-то нужно поднять. Блин, что-то как-то... Мышка, хорош глючить, а? И вроде как... И года вроде как не прошло, она уже начинает глючить. Это как называется? Так, а Fortech это называется. Да. Оуч, спуск вниз, башенка. Я тут ни разу не был тут. Только знаю то, что тут... Блин, ну теперь я открыл для себя то, что тут есть пауки, то, что есть скелеты, то, что тут есть спаунеры чертовы. А, кстати, это для меня хорошая новость. Спаунеры. Дайте им почитать скелеты. Так, порох. Порох у меня это, редстоун нафиг, ведро. Какао-бобы возьму. Только какао-бобы. Ну, все остальное это и не нужно, как бы. Так, тут у нас что? Тут у нас... Там у нас слайм, слушайте, слайм, это хорошо. Слайм это всегда хорошо. И как этот заспаунился маленький засранец, который я не могу найти, где не спаунится. Их вроде нужно было рукой убивать, да. Их надо было убивать рукой. Я, к сожалению, это забыл, так что... К сожалению, опять не выпало нифига. Так, блин, тихо. Оуч, скелет. Ну ничего, я не буду. Я тебя тупо замурую. Поиздевался над скелетом. Да, черт возьми, поиздевался над скелетом.
Что-то это странное такое. Тут колодец, что ли? Или что это? Какая-то фигня тут. Наверху у нас тут... Оуч! Оуч! Грибы. Ну, грибы это круто. Хлебушек никогда лишним не бывает. Грибы... Ну, грибы, в принципе, тоже лишними не бывают. Тем паче, это эти грибы. А у меня там вообще в округе грибов, походу, нету. Нужно будет сделать ферму грибов. А, ну да, точно же, я собирался сделать ферму грибов когда-то давно. Так, это горит, это меня радует. Потому что я знаю, кроме мобов тут, кроме меня и больше никого нету, соответственно... Ну, конечно, криперы, как же без вас, засранцы мелкие. На-на! Блин, вот шейдер, он как-то странно, странно так мерцает. Даже пугает, что ли, немного. Да, да уж. Так. Так, мне показалось, или я слышал... Оуч, эндермен. Ну что ж, эндермен это... Я сделаю умнее. Так, ну что ж, эндермен. Ну давай, чё, куда телепортируешься? Ты вообще телепортнулся? Он телепортнулся? Ну, по-моему, я телепортнулся, так что... Оуч, он умер. Ё-моё. Да, знаете, эти звуки меня нифига не радуют. Ой, сундучок, пусть там будет алмаз. Опять какой-то, блин, долбанный шлем. Вот не нужно эти двери, вот нафиг они, мне это тоже нафиг не нужно. Это вообще нафиг, мне это дофига. Возьму, пожалуй, это и это. Все, все остальное мне не нужно, нафиг. Ну что, зомби? На-на-на-на-на-на-на-на-на. Получай, получай. Получай по заслугам. Так, я нашел библиотеку, но как-то это... Это я, да, отсюда его... Ну да. Блин, крипер прямо за углом. Он меня не заметил. Крипер, пора, давай дос... Блин, да откуда вас тут сколько? Сколько вас тут, откуда вас тут столько? Черт возьми, дофига, дофига зомби. Дофига зомби пытаются меня убить. Я чувствую себя Джастином Бибером. Ну, не в смысле того, что его хотят убить зомби, но то, что его хотят много людей убить. Ну, конечно, к ним присоединяюсь в этом мнении, но... Ну, конечно, желуди убить, это будет более почетно. Убить плагиатора на какашку, это круто. Блин, вот куда я спускаюсь? Что тут у нас есть вообще такое? Нифига я вообще иду сюда. Господи, какой-то лабиринт. Нет, это не лабиринт, нифига. Вот тут вот что находится, вот что тут находится. Тут нифига, это пустышка какая-то. Ладно, поперли обратно, как-то тут... Да. Да. Если бы я был бы конкретным майнкрафтером, я бы, наверное, все это разобрал бы по кубикам. И построил себе домик, наверное. Блин, тут, походу, нифига нет, это аналогичная шняга тут. Тут нифига нету. Я построил бы себе домик из этой плетеного... Оуч, крипер. Ну как же я без тебя, правильно? Дай... Хотя нахер, сейчас ступеньки там взорвет. На-на. Ну, иди сюда. Иди сюда. Тупой крипер, который хотел взорваться, но не взорвался. Блин, вот интересно, что заложено в их исходном коде, что они прям убивают. Знаете, по теории вероятности, за это, хотя я ее даже не знаю, под этой стенкой что-то должно быть. Или наверху. Ну, тут есть железо, это довольно неплохо, хотя у меня его дофига, так что для меня сейчас железо это не самое главное, так что идем сюда. Блин. Я почти уверен, что я не найду выход. Оуч, спуск в подвал. Знаете, я не играл в СПЦ, ну, в общем-то, планирую в него поиграть, так что будет, наверное, интересно. Хотя я не уверен. Мои крики, но никому не интересно. Так, ну как всегда, такой тупичок. Вот как всегда, тупичок. Тут как будто пленных каких-то содержали. Ё-моё. Можно тебя быстрее сломать. Быстрее тебя сломать, я говорю. Опа, все. Так, я так понимаю, что нужно жемчужина эндерманов. Эндермен. Это получается, глаза эндерманов нужно. У меня их нету сейчас, да и вообще у меня их нету, походу.
Да. Печалька, нужно будет их поубивать. Конкретно поубивать. Думаю, для начала нужно сделать выход наверх, а то как-то... Ауч. Ну, я, собственно, так и сделаю, наверное. Так вот. Отгорожусь. Вот так вот. Я почти уверен, потому что нужно идти вниз. Так, ну да. Туда вниз. Тут на всякий случай факел поставлю. Так, тут, наверное, поставлю еще один камень. Тут еще, блин, камень. Камни, камни везде. Так, спускаемся. Тут у нас заделаем. Не знаю зачем, но пусть заделаем. Тут у нас... Там у нас паук. Нафиг паука. Только хардкор, только ничего. Так, заделаем. Тут еще у нас... Так, тут у нас дальше непонятно, куда идти нужно. Тут у нас какая-то это, куда нужно было... Слушай, а мы тут были? Да, мы тут были. Тут грибочки были. Слушай, мне казалось, что грибы не растут на деревьях, ну ладно. Ну, вернее, как не на деревьях, а на дереве самом. Ну, да. Блин, так, вот так вот заделаем тебе. Так, что тут у нас, что у нас тут? Вот. Ну, тут никак не заделаешь, походу. Ладно, будем считать, что туда вообще идти не стоит. Наверное. Тут тоже заделаем, типа, чтобы не идти туда. Тут у нас библиотека, книжек у меня и так дофига. Интересно, что это может быть в этих библиотеках? Ну ладно, посмотрим. Так, тихонько, тихонько, тихонько. Так. Ну, походу, тут ничего такого интересного-то и нету в этой библиотеке. А подниматься я, пожалуй, все-таки буду как-то более, что ли, народным способом. Так, во-первых, нужно запомнить координаты. Запринтскринить, да, я запринтскринил. Так, все хорошо. И теперь нужно подниматься. Так. Или какую-то дорожку тут сделать, или типа того. Да уж, это как-то там... Конечно, разведывать всякое это конечно, почетно всякое такое. Но я как-то не любитель таких вот исследовательских операций, что ли. Да. Это как-то слишком для меня хардкорно. Так. Выбираемся, выбираемся. Тем паче скоро я получу, не знаю что. Не знаю, просто у меня 8 уровень, это мне довольно жалко, потому что я его вроде как более-менее честным путем добыл. Ну как честным, без фермы опыта. What the fuck? Блин. Фейл. Да, хотя бы железо нашел. Хотя, ну, как я уже говорил не раз, мне нафиг не нужен, ну ладно. Не, ну сама ситуация. Копал вверх, чтобы уйти из мира эндерманов. Ну да. Ну, вернее, как из крепости, чтобы выйти. А попал, блин. Блин, а куда ты факел-то поставить? А вот поставил куда-то. Так, копаем ввысь. Главное, чтобы гравий не сварился. В общем-то, всем спасибо, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, ставьте пальцы. С вами был Дик. Надеюсь, в следующей серии я попробую что-нибудь с этим сделать, хотя я не уверен. В общем-то, всем спасибо и до скорых встреч.